Приветствую всех зрителей моего канала. С вами Куркем. Наше долгожданное видео таки состоялось, потому что долгое время я не забивала никакого видео на свой канал. Сегодня у меня для вас подарок. Это интервью. У нас сегодня особая гостья. Это прекрасная девушка по имени Айгуль. И она согласилась дать нам интервью и поделиться своим опытом. Давайте перечислю ее достижения. Это не все, конечно, но самые основные. Айгуль у нас закончила бакалавриат в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби по специальности два иностранных языка. Это английский и немецкий. В дальнейшем она получила международную стипендию по программе «Полушаг» и закончила магистратуру в одном из лучших университетов мира. Этот университет входит в топ-20 университетов Великобритании по имени University of Sussex. Дальше она обучилась в Джон Хопкинс University и является сертифицированным тренером по работе с одаренными детьми. Сегодня она согласилась нам детально рассказать о том, как поступить и как получить международную стипендию «Полуша» от А до Я. Давайте ее поприветствуем. Здравствуйте, Айгуль. Здравствуйте, Катя. Как ваши дела? Все хорошо. Как ваши дела? Отлично. Спасибо, что согласились дать нам интервью. Знаете, очень много друзей, знакомых, подписчиков, которые спрашивают, вот как поступить в зарубежный университет, как получить грант. Так много вопросов, и на эти вопросы очень сложно найти ответ. И я надеюсь, сегодня вы, как эксперт в этом деле, поделитесь нам своими знаниями и опытом. Всем спасибо за вопрос. Здравствуйте еще раз, уважаемые подписчики канала. Этот вопрос действительно является многодневным, очень многие спрашивают, и достаточно много материала касательно именно стипендии «Полуша». И поэтому сегодняшнее видео, надеюсь, будет многим в помощь. Так. Сам процесс делится на основных три этапа. Шаг первый – выбрать страну, где вы хотите обучаться, потому что это очень важно для самого процесса обучения. Шаг второй – выбрать университет. В поиске университета вы можете обратиться на данные международных рейтингов и постараться выбрать самые топовые университеты или же топ-100. Шаг третий – это выбрать специальность. Старайтесь выбрать специальность, очень похожую или смежную на ваш степень бакалавра, так как если у вас степень магистратуры или докторантуры будет значительно отличаться от вашего предыдущего образования, будет еще сложнее. Если же вы ученик, который хочет поступить на бакалавриат, постарайтесь выбрать специальность, которая вам будет интересна и в которой вы будете сильны и которую вы хотите изучать в дальнейшие 4 года своей жизни. Шаг второй – это пройти на сайт polushag.egov.kz, где вы можете ознакомиться с самой главной вкладкой «Претендент», выбрать для себя, какой категории вы относитесь. Это может быть самостоятельный поступивший ученик, самостоятельно поступивший кандидат, или же педагогник, или же работник медиа и так далее. Уже в зависимости от вкладки, от категории, отличаются некоторые требования и даже документы, которые вы должны предоставить. Пройдя на сайт, вы можете подробно ознакомиться, с какими документами нужно собрать, но самое главное, конечно, это сертификат IELTS, приглашение от университета, так как вам нужно для начала получить приглашение, и мотивационные рекомендательные письма. После этого нам нужно отправить эти документы в Астану. Вы можете использовать EGOV или же обратиться в ближайший ЦОМ. Из своей практики хотелось бы сказать, что использовать услугу через EGOV будет намного быстрее, нежели чем подойти в ближайший ЦОМ, пройти в ближайший ЦОМ. После того, как вы соберете документы, вас пригласят на очередной этап, где вы должны сдать определенные экзамены. Экзамен номер один – это на знание казахского языка. Вам нужно пройти КАЗ-тест. В
Второй тест – это тест на знание истории Казахстана и Конституции. И третий тест – это на проверку вашей психологической стрессоустойчивости. После того, как вы успешно пройдете все эти экзамены, вы будете приглашены на собеседование с независимой экспертной комиссией. На этом собеседовании вам будут задаваться вопросы на трех языках. Вопросы, возможно, будут каверзные, возможно, будут с каким-либо подтекстом, который вы должны понять. И, возможно, также эти вопросы будут идти на проверку вашей стрессоустойчивости, так что вы должны быть готовы. После завершения собеседования вам придется ожидать уже решения комиссии. И самый последний шаг – это уже собрать документы на недвижимое имущество, которое послужит вашим залогом. Если же у вас нету или же нету возможности предоставить такие документы, вы можете попросить знакомых стать для вас гарантом. Основное требование таким людям – это иметь работу и пенсионное начисление. И то после этого, предоставив все документы, вы можете уже полностью оформлять договор об обучении и ждать вашей поездки за рубеж. Спасибо за информацию, даже я для себя узнала новое, что да, то есть недвижимость, если нету, то можно попросить знакомых, чтобы они были гарантами, да? У меня вот такой вопрос. Вот вы первый этап, первый шаг говорили насчет IELTS, потом CAS-тест, Motivation Letter, Recommendation Letter, да? Какой у вас был IELTS и вообще какие требования для бывших? На тот момент, когда я подавала документы, у меня был IELTS 7. Требования же являются зависимостью от вашей специальности. На технические специальности, естественно, IELTS будет тоже меньше требований, можно от 5 и выше, но в целом от 6 и выше это основное требование. Супер. А как вы готовились? В основном я готовилась на IELTS самостоятельно. Первый introduction section у меня был с репетитором, а после уже, поняв определенные подводные камни, смогла уже самостоятельно готовиться. Классно. То есть у вас есть уже инсайты, как самостоятельно готовиться, да? Да. О, супер. Кстати, хочу напомнить, что у Айгули есть свой YouTube-канал, который называется International Education. И она на своем канале делится, или будет делиться, да, со всеми инсайтами, советами, типсами, как подать в зарубежный вуз и как сдавать IELTS, готовиться к разным экзаменам самостоятельно. Хотела поделиться то, что этот канал был уже давно в планах, но из-за нехватки времени он только-только планируется создаться. Так что если будут там какие-либо ваши пожелания, пожалуйста, оставляйте в комментариях здесь. Под видео, да? Под видео, и давайте вместе работать. Классно. Теперь вот про motivation and recommendation letters, да? То есть подписчики моего канала также фолловеры, да, в Инстаграме тоже бывают, просят написать motivation recommendation letter. Да, я делаю такую услугу. Теперь вот, так как вы уже есть опытный человек, вы помогаете? Да. Если когда ко мне обращаются, всегда стараюсь помочь. Все супер. Имейте в виду, если вам нужен будет statement of purpose, motivation letter, recommendation letter, можете обращаться к нам, мы готовы помочь вам, да? Очень классно, инсайты вы мне дали, я прям расписала всю страницу. Можете пожелать моим подписчикам все, что вы хотите, и пожелать, так как у нас уже конец видео. Спасибо. Спасибо, Куркян, что пригласили на интервью. Это очень будет интересно, надеюсь, вам очень полезно. От себя хотелось бы добавить, что тот, кто хочет, всегда найдет возможность. Так что ищите, обращайтесь к Куркяму, ко мне, мы всегда будем рады вам помочь. И давайте учиться вместе. На этом у нас видео заканчивается. В следующем видео у нас будут еще другие гости, которые тоже будут делиться своим мнением. Под описанием этого видео я оставлю контакты Айгули, так и меня. Если у вас будут вопросы, тоже можете туда обращаться. Пальчики вверх, ставим плюсы, комментируем. Ждем от вас only positive feedback. Всего доброго. Bye-bye. Goodbye.